Всем привет, ребята, с вами Black Frizen. И сегодня у меня есть 24 часа, чтобы прокачать абсолютно новый аккаунт Brawl Stars с самого нуля. Ну что, давайте попробуем это сделать. Я сейчас нахожусь на своем основном аккаунте. И сейчас прямо при вас я буду создавать новый аккаунт. Итак, я нажал играть без подключения. Давайте-ка попробуем, что тут у нас. А, тут у нас обучение. Сейчас попробуем собрать все кубики усилений. А раньше что было? Раньше вроде другое что-то было, нет? Опа, давайте-ка, меня зовут, пока что, потом, если что, сменю. Возраст, подтвердить, играть. Опа, с ботами топ-1, хорош. Опа, волшебник Барли, здорово, здорово. О, еще и скинчик на него хорош. Да это я все знаю, ну шо вы мне тут это? Ну шо вы мне, все, улучшить, все, нормально, нормально. Испытание в бою. Я не знаю, насколько ролик этот получится, потому что сегодня целый день мне придется записывать. Это жесть, это просто жесть. Так, тихо. Тихо. Здравствуй, Дис. Здравствуй, Дис, ты у нас уходишь тут? Нет? У меня что-то пролагивает, ё-моё, погоди. У меня пролагало, я только хотел закрыть браузер, ё-моё. Так, это я понимаю, я с ботами сейчас играю, это все боты. Мне нужны потом будут реальные люди. Так, опа, забираем. Капец, Шелли не прокачанная, так бьет слабо, это вообще. Даже вот эти вот сундучки не может нормально уничтожить. Опа, ты думаешь, я тебя тут не вижу? А я тебя вижу. Опа. Пока, здорово. Все, отлично. Я думаю, пока что я буду развиваться. Поставлю на паузу, потому что мне кажется, неинтересно смотреть, как я сражаюсь с ботами. Надо дойти до людей хотя бы. Вот, пятый уровень. Добудем и можем уже изменить ник. Опа, у нас сундучок. Когда буду какие-нибудь сундучки открывать, чего-нибудь такое, я, конечно же, буду начинать запись. Вот, а пока я буду сам развиваться. Итак, новое испытание у нас открылось. Сейчас мы забираем Ниту. Ниточка, давай сюда ко мне. Опа, разрушитель, ящичек. Опа, все забираем, ничего не выпало. Захват кристаллов, а разблокировали мы. Все, сейчас тут, что у нас тут? Ящики, конечно же, мы их забираем. Опа, тут кто-то нам выпал. Нифига себе, розочка выпал. Опа, открыли ящик, где мы забрали, отлично. То давайте-ка пойдем на захват кристаллов. А захват кристаллов мы возьмем, конечно же, Барли. До свидания, Пока. Пока, опа, пошел вон Пока. Нифига себе. Пока, туда кинем, опа, закинем. А-а-а! Не работала клавиатура, что это за фигня такая? Нас уже 5, берегись, у тебя много кристаллов. Берегусь, конечно же я берегусь. Нет, розочка, не надо, не трогай кристаллы. Нет, помогите. У нас два барли, нифига себе. Пока тут, спасайте меня, у меня очень много кристаллов. Я сейчас буду качаться пока что до 10 ранга всех персонажей, чтобы у нас не было ботов. И, конечно же, это я поставлю на паузу, потому что неинтересно смотреть, как я сражаюсь с ботами, конечно же. Опа, новый скин, здорово, новый скин. Опа, бандитка Шелли. Так, что тут? Улучшение бойца, ежедневные подарки. О, вот этого я не знал, это, походу, боец на выбор, день 15. Если я буду заходить в игру, мне дадут, до следующего подарка 23 часа. Короче, каждый день, если буду заходить, мне будут что-то давать. Забираем ящик. Ничего не выпало. Но нам скоро выпадет кольт. Так, я пойду, короче, за Шелли. Опа, мы ее улучшаем. Все, я пошел в кристаллы. Увидимся после них. Чего? У нас в команде 3 Шелли. Это как? У нас в команде 3 Шелли. Это что такое? Что за дела? Я не понял. Капец, я такой первый раз вижу, если честно. Убираем кольта. Хорош. Я уже играю почти полчаса. Нормально. У меня какой-то подарочек тут есть. Подарочек, где он, новое. Так, тут что-то скины, акция дня, получено. Так, у меня же получено, все, чуют меня ходить. 9, зачем мне значок этот? Мне дайте-ка, пожалуйста, гемов может быть много. Мне звонят, как обычно, в катке постоянно звонят, как же меня это бесит. Блин! Барли! Против бота проиграл! Ладно, хотя бы второе место. Сейчас мне придется перезагрузить полностью комп. Грузил компьютер, и теперь я готов опять тащить. Да, опа! И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть, пожалуйста. О, отлично. Отлично, первое место против ботов. Отлично, хорош. Так, я думаю, сейчас вот эта последняя катка. Я сыграю. Потом я буду без записи играть. И через часика 2-3 я опять начну запись.
Вот, Кольт, пожалуйста, пошел вон. Целый день только Бравл Старс и все, больше ничего. Так, 101 кубок у нас есть. Отлично, это я забрал. Все, какие-нибудь сундучки, я, конечно же, нажму на плей, если там надо что-то забрать, что-то открыть. Вот, ну, а сейчас я часика два поиграю просто без записи, чтобы ролик не получался на 5 часов. Так, уже прошло больше часа, и вот что у меня есть. У меня есть почти 500 кубков, еще 52 кубка и будет 500. Вот, и у меня 10 уровней уже открыл. Один сундучок я уже, да, открывал, это еще тогда, а вот этот, я не помню, открывал я их или нет. Ну, короче, ладно. Вот, у нас есть тут сундучок большой, монеточки я сразу заберу. Вот, большой, маленький, 3 больших и 1 маленький. Давайте-ка сыграем сейчас одну катку. А, так, у нас есть, на ком у нас задание есть. Итак, все, бой окончен, у меня 13 кристаллов, я должен быть звездный игрок. Нет? Блин. Ну, ладно, я думаю, я много киллов сделал. Так, опа, 8-й ранг как раз повысил. Теперь нам дают маленький сундучок, мы его сейчас откроем. А так, сколько? 500, и нам дадут Джесси. Окей. Все, открываем здесь, ничегошеньки нет. Теперь открываем здесь. Но начнем сначала с маленького. Оп, оп, оп. Ничего не выпало, давайте-ка... Вот этот, который подсвечивается. Опа. Тоже ничего нет. Давайте-ка тогда вот этот. Опа, там что-то было. Дополнительный предмет. И последний ящик. Ничего. Ничегошеньки не выпало. Капец. Но теперь у меня почти 500 кубков. Ну что ж, я еще делаю небольшой перерывчик. Вот, не перерывчик, я имею в виду, что я останавливаю запись и без записи просто-напросто играю, чтобы сильно долгим ролик не был. Вот, сейчас я еще часик-два поиграю, и затем я еще запущу стрим. Вот, и на стриме уже буду прокачивать аккаунт. Прошло уже... больше 2 часов я сейчас играю. И да, вы, кстати, можете заметить, что я не записываю это там как каждый день, там в день по чуть-чуть. Нет, смотрите-ка, видите? Я взял подарок в первый день, в который я сейчас создал аккаунт. И видите, второй день откроется через 19 часов, а было откроется через 24 часа. Я уже почти 5 часов записываю ролик, вот, 5 часов играю. Записываю я не 5 часов, но играю я 5 часов. Я записываю только те моменты, когда вот там час прошел, 2 прошло, чтобы открыть вот сундучки, прокачать персонажа и все. Ну и пару каточек я буду записывать. Сейчас я начал, было где-то около 12 часов дня, начал запись. Сейчас уже 17:02. Вот, через час я думаю сделать стрим на канале 18:00 и часа 4 поиграть в Brawl Stars еще на стриме. Откроем, откроем, откроем. И Пока выпал, блин, а я бы его мог забрать, да? Нет? Нет, не мог. Ладно, так, командное событие забрал. Так, все. Теперь что? А, ну у меня еще 10 ранг все бойцы. Ну, кроме вот этих трех, потому что Пока только что выбил на ваших глазах. Вот это я еще не успел докачать. И Джесси только недавно выбил. Вот. И давайте ее улучшим. 814 кубков, и у нас здесь есть маленький ящик, средний и мега ящик. Сейчас мы их откроем. Так, ящик. Ничего не выпало. Большой ящик. Тоже ничего не выпало. А может быть в мега ящике нам что-нибудь выпадет? Ничего тоже не выпало. Ладно, ладно, сейчас я, наверное, часик отдохну, вы можете ориентироваться по этому времени, вот как раз закончится 19 часов этих, будет второй день, все, мы выполнили челлендж, как раз 24 часа, 24 часа я буду играть, естественно, ночью я записывать не буду, ночью я буду спать, но как только я просыпаюсь, я иду записывать до 12 часов дня, во сколько вот я начал, и вот, и будет у нас как раз ролик 24 часа, некоторые катки, конечно, тоже запишу, можете на стрим зайти посмотреть, стрим на моем втором канале, этот я ролик выкладываю на основной канал, а стрим будет на моем втором канале, Freezen Roblox. Вот, так что заходите, ссылочки все в описании. Итак, вот сейчас у меня идет стрим. Так, погоди. Сейчас у меня идет стрим, и вот в данный момент я сейчас стримлю и буду забирать вот эти вот Brawl Pass. Тут у нас 10 гемов. И открою ящик. Вот вы можете заметить, даже микрофон еще поменялся. Вот, сейчас я открою ящик. Вот. А осталось 18 часов. Было 24 часа, так что вот.
Вот, видите, день первый. Я ничего не это не склеивал, ничего. Вот. Фух, я все за один день играю, записываю. Вот сегодня тупо в Brawl Stars. Итак, вот сейчас закончился стрим. Вот, я прокачал Пока до 10 ранга на стриме. Я думал, постримлю немножко больше. Но я постримил всего лишь полтора часа. Вот, так, у меня есть 10 ранг на Пока, 10 ранг Булл, 10 ранг... Ну, короче, все осталось прокачать Джесси до 10 ранга и Розу. Давайте-ка Розу сейчас прокачаю. Как раз, чтобы ролик не был таким коротким, потому что у меня... Я вообще катки не записывал, просто играл без записи. Надо бы хотя бы пару каток вставить в ролик. Большой ящик забрать. Опа, предмет какой-то, и у нас... Кто-то... Дэрил, нифига себе. Так, тихо, Дэрил. Тихо, не паникуй. Чё с вами не так? Вы чё, боты, что ли? Так, ботик, пожалуйста. Ладно. Какая-то слабая Роза, она вообще не добивает. Чё она оставляет так мало хп, я не понимаю. Так, тихо. Иди сюда, Дэрил. Опа. Всё, отлично. Так, вот эти мы забираем. Теперь у нас 6, нормально. Так, у нас осталось Нита. Я буду столкновение с Нитой. Сколько у тебя? 8, нифига себе. Ну, тут я проиграл. Возможно... А возможно и нет. Я выиграл. Первое место. Неплохо. И все, я сейчас прокачаю Розу, прокачаю Джесси. И можно на этом заканчивать ролик. Дотянись ты, господи! Роза, капец ты! Дотянуться не можешь, что ли? Так, тихо. Пенни, я знаю, ты далеко стреляешь. Очень далеко. Тихо. Все нормально. Нормально, держимся. Живем. Так, мне позвонили, так что вот, пришлось слить катку. Ну ладно, играть снова. Я сегодня целый день без остановки играл в Brawl Stars. Без остановки, ребята, вы понимаете? Ну там полчасика отдыхал, там... отходил на пару минут, но целый день я не закрывал Brawl Stars, вообще не закрывал, пожалуйста, Джеки, тихо, откуда ты здесь взялся, надо было его сразу слить. Я не закрывал Brawl Stars вообще, абсолютно. Так, мне надо сейчас первое место занять, чтобы было все ровненько, все красивенько. Ну и что ты мне сделаешь? Все. Пошел вон. Ух, 9 ранг. Нормально. Осталось 2 раза затащить, и будет 10 ранг. Я надеюсь, просто всего лишь 2 раза. Первое место. И все. Да! 11! Я не заметил! Ну, блин! Нет! Ай, не успел, ну ё-моё. Ой, Карл, ну ё-моё. Карл. Опа, все, первое место, 10 ранг. Сейчас я прокачиваю Джесси, и все, и на этом просто все. Фух, так, ну чё, 1089. 16 часов осталось, у меня еще есть 16 часов. Так, мы откроем, что там. Большой ящик, открываем. Ничего не выпало, ладно. Так, мне осталось прокачать... А, Дэрила, ну вот эти все прокачаны. И Брока. Сейчас прокачаю до 10 ранга Джесси. Либо уже завтра утром прокачаю. Вот видите? Так, сколько? 16 часов. 8 часов я уже играю в Brawl Stars подряд. Итак, вот у нас начался второй день нашей игры Brawl Stars. Вот, прошла уже ночь, и я сел записывать вот с утра. Но немножко я опоздал, потому что у меня были кое-какие дела, и я не смог с самого утра сесть и записать Brawl Stars, и немножко я опоздал. Вот, как видите, у меня сейчас второй день, я могу забрать бойца на выбор. Все, забрали Пенни. День третий, 23 часа 53 минуты дня. Подарок, что вам? А, удвоитель жетонов, ну спасибо. Да, это новая карта, нифига себе, я на такой карте еще никогда не играл. Так, погоди, Кольт, погоди, ты что тут такой, а? А ну-ка, пошел вон. Так, Карл у нас тут идет. Ой-ой-ой, нечаянно промахнулся я. Опа, сюда его. Опа, еще сюда. Опа, добил. Так, Шелечка, здорово, Шелли. Опа, промахнулся, прости. Прости, промахнулся. Опа, еще. А сейчас не промахнулся. Что-то стал. Ботик, пока. Домой пора, ботик. Ботик, на боковую.
Опа, все, хорош. Неплохо, кстати. Здорово. Здорово. Опа. А что это тут? А что это тут? Опа. Ой-о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 й. Почти меня слил ботик. Я сейчас буду добивать на нем 10 ранг и вернусь. Опа. Плюс 750. Так, все выполнил. Плюс соточка. 1305 кубков у меня есть. Отлично. Так, 10 ранг я набил на него. Так, запись идет. Отлично. Так, ящичек открываем, и нам выпадает ничего. Опа, я могу? Да, могу. Отлично, отлично, отлично. Так, сколько там? Опа, два уровня открылось. Ящик и большой ящик. Давайте-ка открываем. Ага, ничего не выпало. А из этого тоже ничего не выпало. Ладно, хорошо. Хорошо, ну что же, ребята, вот... Вот-вот-вот. Прошли 24 часа эти. Правда, ночью я не играл. Я снимал только те моменты, когда я там прокачиваю персонажа, открываю сундук, а все катки я не буду вставлять, потому что мне просто не хватит памяти на компьютере снимать вот это вот все. Некоторые прям вот такие, которые нулевые, я вставлю, которые пару раз поиграл. Потом на уже более нормальных кубках я поиграл. Вот эти моменты я вставлю. Вот, а так я просто буду показывать, как проходит время, там, спустя столько часов, вот, столько кубков, столько, вот, и, короче, да. Если вам, конечно же, эта рубрика понравилась, то жмите лайк, если мы здесь соберем, давайте, если прям 200 лайков мы здесь соберем, я сниму еще одну такую часть, только не Бравл, ну, не аккаунт буду прокачивать, а определенного персонажа, вот прям с нуля. Вот, например, мне выпала Пенни, я ее буду с нуля 24 часа прокачивать до максимального ранга. Вот целый день тупо на ней буду играть. Все, ни за каких других бравлеров, тупо на ней. Короче, если мы здесь 200, даже 250 лайков, потому что это очень тяжело записывать целый день Бравл Старс, он мне уже надоел. Я просто кроме него даже ничего не играл, даже ни видосики, ничего не смотрел. Там на пару минут мог только прилечь на диван, полежать, и все. А так я то тупо целый день играл в Бравл Старс. Вот, если вам такая идея понравилась с прокачкой 24 часа бравлера, то собираем 250 лайков. Вот, если, конечно же, больше, то быстрее выйдет серия, да. Вот, ну, а с вами был Black Frieza. Всем удачи, всем пока. Пока.